Говорит Черкесск. В эфире Вести, радио Карачаево-Черкесии. В студии с вестями Республики Ританерова. Здравствуйте. Вот некоторые события. Социально-экономическое и общественно-политическое развитие Карачаево-Черкесии обсудили в Пятигорске. Более 70 проектам по развитию туризма оказана грантовая поддержка. В Карачаево-Черкесии до 2024 года появится 4 быстрых зарядных заправки для электромобилей. И в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» появится спортивная площадка, веревочный городок, летний кинотеатр и многое другое. На состоявшейся в Пятигорске встрече главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова с полномочным представителем президента России в Северокавказском федеральном округе Юрием Чайкой обсуждены вопросы, касающиеся социально-экономического и общественно-политического развития субъекта. Рассмотрен ход реализации проектов, ставших частью модели экономического развития Карачаево-Черкесии до 2030 года. Кроме того, Рашид Тимрезов проинформировал полпреда о первых итогах горнолыжного сезона на курортах региона. В Луганске состоялась рабочая встреча главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова с временно исполняющим обязанности главы Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником. Стороны обсудили различные направления сотрудничества республик в социально-экономической сфере. Соглашение о сотрудничестве Рашид Тимрезов подписал и с исполняющим обязанности главы администрации Старобельского района Луганской Республики Александром Гончаровым. Старобельск считается центром освобожденных территорий Луганской республики. Дальнейшее развитие района – важнейшие составляющие восстановления всей республики, отметил руководитель региона. Рабочая группа правительства Карачаево-Черкесии совместно с руководством района определит конкретные направления деятельности и интеграции Старобельского района в реализацию государственных программ и приоритетных национальных проектов, действующих в Российской Федерации. Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник поблагодарил Рашида Тимрезова за готовность к сотрудничеству и выразил уверенность в том, что дальнейшее взаимодействие двух республик будет способствовать улучшению качества жизни граждан. На территории Международного выставочного центра «Крокус-Экспо» Москвы в рамках международной выставки «Агрос-2023» состоялось традиционное всероссийское агрономическое совещание, в котором приняли участие первый заместитель министра сельского хозяйства Карачаево-Черкесии Джамбулат Лехов и начальник отдела механизации и земледелия Руслан Бирабасов. Участники мероприятия подвели итоги работы отрасли растениеводства за прошлый год и выработали меры по подготовке и организованному проведению в этом году сезонных полевых сельскохозяйственных работ. Порядка 2000 рабочих мест создали в детских садах республики с 2012 года благодаря вводу новых объектов. Их строительство позволило достичь 100% доступности дошкольного образования в регионе. В частности, за счет средств федерального и республиканского бюджетов в Карачаево-Черкесии построено и реконструировано 7 десятков детских садов. Открыты также дополнительные дошкольные группы в формате «Школа плюс детский сад». Все это позволило ввести более 8400 новых мест. Кроме того, для реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья в 7 учреждениях республиканского центра создано 10 специализированных групп. Региональные власти оказали грантовую поддержку более 70 проектам по развитию туризма в регионе в прошлом году. На эти цели при поддержке правительства страны было направлено более 340 миллионов рублей. В прошлом году Карачаево-Черкесия вошла в число победителей конкурса на грантовую поддержку проектов по развитию внутреннего туризма от правительства России. Финансирование осуществляется в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Поддержку такого формата туристическая отрасль региона получила впервые. Средства направлены на поддержку развития туристической инфраструктуры, в частности, создание модульных гостиниц, обустройство пляжей, кемпингов, разработку цифровых путеводителей и формирование доступной туристской среды для путешественников с различными формами инвалидности. В Карачаево-Черкесии до 2024 года появится 4 быстрых зарядных заправки для электромобилей.
Кроме того, по данным Министерства промышленности, энергетики и транспорта республики, до конца 2024 года в регионе появится 32 быстрых зарядных станции для электромобилей. Сейчас для станции определяют места расположения, чтобы электромобили смогли полноценно перемещаться по всей территории региона. Напомним, Карачаево-Черкесия вошла в число 40 регионов, которые включены в пилотный федеральный проект по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта до 2024 года. Первым участником проекта стал Ставропольский край, затем к нему подключился Дагестан. Все детские выплаты социального фонда приходят родителям на счет в банке в один день, каждого третьего числа нового месяца за предыдущий. С января этого года ежемесячная выплата на первого ребенка до 3 лет передана из органов социальной защиты населения социальному фонду страны. В этой связи за текущий месяц деньги родителям были перечислены с 13 по 20 января. В дальнейшем, начиная с марта, выплата на первого ребенка будет осуществляться 3 числа каждого нового месяца в единый день доставки всех детских пособий социального фонда. Деньги будут поступать родителям в новом месяце за предыдущий, например, в марте за февраль или в апреле за март. При этом органами социальной защиты выплата детских пособий осуществляется в отличные от социального фонда даты. Жители Карачаево-Черкесии при поиске вакансии могут столкнуться с новой схемой обмана, когда мошенники представляются работодателями. Злоумышленники рассылают по электронной почте, через СМС или мессенджеры сообщения с привлекательными условиями работы, высокой оплатой труда, гибким графиком, простыми задачами. Зачастую речь идет о продаже товаров и услуг на маркетплейсы. Соискателю предлагают перейти по ссылке, которая ведет в мессенджер. Там уже с потенциальной жертвой вступают в переписку менеджеры по подбору персонала, которые могут запросить у клиента конфиденциальную информацию, данные банковской карты, номер мобильного телефона, затем якобы для регистрации и активации аккаунта для работы на маркетплейсе человеку предлагают внести вступительный взнос, к примеру, 500 рублей. Однако на самом деле эти деньги попадают к мошенникам, как и данные банковской карты и номер телефона, которые злоумышленники могут использовать в своих целях. О правилах кибербезопасности напомнил начальник отдела отделения Банка России по Карачаево-Черкесии Ольга Щекланова. Если гражданин получил предложение о работе с требованием оплатить какие-либо услуги, товары, зарезервировать вакансию или провести другие платежи, то, скорее всего, он имеет дело с мошенниками. Не стоит отвечать на такие сообщения и тем более передавать незнакомым людям персональную информацию. Данные карты, ее владельца, трехзначный код с обратной стороны или код из СМС. Кроме того, ни в коем случае не стоит переходить по подозрительным ссылкам или вводить свои данные на неизвестных ресурсах. На сайте Банка России в разделе «Противодействие мошенническим практикам» можно найти более подробную информацию о разнообразных мошеннических схемах и о правилах безопасного финансового поведения. Решением арбитражного суда Карачаево-Черкесии удовлетворено исковое заявление прокуратуры республики о признании недействительными договора аренды, заключенного между Управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений мэрии Черкесска и акционерным обществом распределительная сетевая компания, и договора субаренды, заключенного между распределительной сетевой компанией и обществом с ограниченной ответственностью «Капитал». Подробности у помощника прокурора Карачаево-Черкесии по взаимодействию со СМИ и общественностью Елены Дармограевой. Незаконные сделки позволили обществу с ограниченной ответственностью «Капитал» распорядиться земельным участком по своему усмотрению и разместить на его части помещения для охраны и автоматический шлагбаум, паркомат, которые препятствовали свободному проезду населения к торговому центру «Панорама». Данное исковое заявление было заявлено прокурором в интересах жителей города Черкесска, а также муниципального образования в целях обеспечения соблюдения на территории города земельных и градостроительных норм и недопущения незаконного использования земельных участков. После вступления решения суда в законную силу его исполнение будет проконтролировано прокуратурой.
В Карачаево-Черкесии заработала федеральная система безопасности и контроля автотранспорта «Паутина», которая позволяет выявить из транспортного потока нарушителей. Новая система объединила в себе все преимущества всех предыдущих систем фиксации дорожных правонарушений, рассказывает начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Карачаево-Черкесии Руслан Бастанов. Данная система внедрена МВД России для оперативного реагирования сотрудников МВД при выявлении разного рода нарушителей, которые нарушают правила дорожного движения, также совершают какие-то противоправные либо преступные деяния. Данная программа объединила в одно виртуальное пространство все комплексы фото-видеофиксации, установленные на территории Российской Федерации. В Центре молодежного инновационного творчества Черкесска прошла встреча горожан, представителей мэрии города и архитекторов из Ярославля. Проект, подготовленный Викторией Богинской и группой специалистов под ее руководством, поразил своими масштабами. Творческая группа представила, каким видит преображение парка культуры и отдыха «Зеленый остров». В частности, архитекторы планируют оборудовать на территории парка спортивную площадку, веревочный городок, летний кинотеатр, прогулочную зону и беседки с национальным колоритом. Совместно разработанный проект представят на всероссийском конкурсе по созданию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Оформить электронный полис обязательного медицинского страхования себе или ребенку теперь можно на госуслугах. Носить с собой пластиковый или бумажный вариант нет необходимости. Теперь можно показать электронный документ на экране телефона, а при онлайн-записи к врачу или прикреплении к поликлинике данные о полисе будут подтягиваться автоматически из личного кабинета. Для получения электронного полиса нужна только подтвержденная учетная запись на госуслугах. Если уже есть номер полиса в личном кабинете, цифровой документ загрузится автоматически. Если полиса нет, можно подать заявление. Он будет готов в течение одного рабочего дня. Данные о полисе, его номер, контакты страховой компании и сведения о прикреплении к поликлинике всегда будут доступны в личном кабинете. 17 школ Карачаево-Черкесии будут оснащены современным цифровым оборудованием в этом году в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта образования. А в следующем году в программу войдут еще 15 школ республики. С 2019 по 2022 годы 153 образовательных организации региона были оснащены современным цифровым оборудованием, что позволило вывести процесс обучения школьников на более качественный уровень. В рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта образования в сентябре этого года на базе Центра дополнительного образования детей откроется первый в регионе Центр цифрового образования детей «IT-куб». Сегодня подобные центры создаются по всей стране. Их основная цель – дать школьникам с 1 по 11 класс возможность практической деятельности по направлениям, связанным с цифровыми технологиями. В современных условиях подрастающему поколению просто необходимо быть грамотным и продвинутым в IT-сфере. Поэтому именно на IT-грамотность и будет направлено дополнительное образование технической направленности, во время которого ученики погрузятся в информатику, технологию искусственного интеллекта и программирование – основа основ. Для развития одаренных школьников в центре IT-куб будет оборудовано 6 профильных кубов. Радио России, Карачаево-Черкесия, погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха от 0 до 5 градусов тепла. Утром на дорогах местами гололедица. В горах местами плюс 5-10 и выше 2500 метров лавина опасна. В Черкесске без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, столбик термометра поднимется до отметки плюс 5. На этом новостной блок завершен. Его провела Рита Нирова.